Телеканал КРТ представляет. Ну, здесь нужно сразу в первую очередь отбросить конспирологическую теорию о том, что якобы выводятся российские войска с Донбасса и так далее. И, мол, под это, значит, вот когда они выведут, тогда, мол, там выборы проведут. Во-первых, если бы это было правдой, тогда бы это было публично. И об этом бы открыто сказали. И в первую очередь тогда бы отменили бы на всей территории области выборы, и как и Донецкая, так и Луганская. Мы видим, что этого не произошло. То есть по факту, если вот разбираться в сути, что же на самом деле происходит? Это конкретно узурпация власти на местах, конкретно главами военно-цивильных администраций, которые там, собственно, чувствуют себя вальяжно и вольготно вот уже многие годы. Потому что, как мы знаем, там на линии разграничения, там у нас правят военно-цивильные администрации, там, чтобы попасть человеку домой, если он едет там с другой области к себе домой, там порой надо проехать 3-4 блокпоста, там, где спросят документы, там анализ крови и так далее. Ну, это я образно говорю, просто чтобы люди понимали, что от глав военно-цивильных администрациях зависит очень много жизненно важных вопросов, конкретно людей, которые там живут. Что я имею в виду? Например, выехать из своего поселка без согласия глав ВЦА ты не сможешь, потому что они могут просто заблокировать дороги и все, и не будет автобус ходить. Если это касается выделения благотворительной помощи, это тоже проходит через ВЦА, ну и так далее. То есть много абсолютно вопросов там сконцентрировано, но эти выборы, они ведут к чему? Что там есть вот мэры городов, там есть главы ОТГ и так далее, и все равно есть некий баланс, есть условно сила, которая может возразить главам вот этих ВЦА. Главы ВЦА на линии разграничения решили, чтобы этой силы вообще не было, чтобы они правили на той территории безраздельно. Конечно же, это ничего не имеет общего с Конституцией, демократическими правами, потому что конкретно этих людей лишают права выбора. Все прекрасно понимают, что выборы президента и Верховной Рады, там с безопасностью было абсолютно все хорошо. Так вот, це и дивує, цей факт и дивує, тому що там дійсно тоді стріляли. А я хочу наголосити, що ці вибори відмінили на мирних територіях і підконтрольних Україні. І люди там, мешканці самі, вони дивуються. Конкретно розбиратися, чому ж, собственно, глави ВЦА вот таким образом хотят приватизировать ту территорию, те территории, которые им вверены, так это получается, вот там же много процессов, и в том числе и финансовых. И это же, согласитесь, выгодно, когда нет на этих территориях ни мэров, ни каких-то глав ОТГ, которые должны решать там в том числе и земельные вопросы и прочее, и прочее. А там, получается, будут только безраздельно править, пока не пройдут выборы, вот эти главы ВЦА. Поскольку, конечно, мэры и местные ОТГ, которые выбирали до этого, они что, уже утратили полномочия, фактически. И мы получим просто территорию там, где будут править вот эти царьки, которые окружили себя автоматчиками, военными. Вот, это у которых не царьки, есть... это представители Верховного Главнокомандования. Тоже схоже на колонию. Давайте, чтобы в порядке меда, чтобы было понятно. Просто сгущайте, царьки Средневековья. Давайте к Второй мировой войне. Ну так давайте посчитаем, а кому выгодно? Вот кому выгодна эта история, чтобы они получили безраздельную власть? Ну просто... Безраздельной власти там нет, это вы фантазируете себе. По-вашему, там поставили царя. А кто нет. Там будет? Так, если уж сравнивать с средневековыми категориями, они будут феодалы. Потому конкретно отвечать там за никто, людей. Там сидит глава военно-цивильной администрации, никто не отменяет работу НАБУ, работу нацполиции, работу прокуратуры, работу ДБР, работу фискальной службы, я имею в виду работу счетной палаты. Мэров, за каждой копеечкой следят. Глав ОТГ, кто будет выполнять их функции? Главы районных администраций. О, вот им и выгодно. Главы военно-цивильных администраций. А вы сейчас почему-то... В чем проблема? Так, ну вы с этим, ну вы хоть с этим согласны? Вы боитесь, что они станут царями? Не станут. За ними присмотр со всех сторон, от всех, так же, как за главой Киева, Днепра, Львова. Те же люди их контролируют, те же структуры. Друзья, у меня вот питання, яке я не змогла задати. Президент говорив, що вибори можна буде проводити онлайн. За допомогою мобільних телефонів, за допомогою якихось програм. А чому не можна ті вибори там провести за допомогою смартфону? Ні тих технологій, навіть в Києві, ні. Ну як це ж нема? Вже ж і паспорт там в телефоні, вже і картки, і все там, вже обличчя можна розраховуватися на касі. Навіть в Євросоюзі до цього не прийшли, тільки в порядку експерименту, по-моєму, в двох країнах всього. Выборы онлайн пока Дело в том, что это очень опасный прецедент. Потому что для власти, если вот это прокатит,
то, что вот когда главы местных этих военно-цивильных администраций получат безраздельную власть. Это же очень, на самом деле, интересно, да, с точки зрения того, что... А потом они решат, знаете, в Харькове тоже там вот мэр какой-то неугодной власти. А давайте-ка мы, вот, ну, в Харькове же обязательно Путин должен напасть, потому что он любит Харьков. И поэтому давайте в Харькове введем ВЦА. А потом вводят ВЦА, а потом не проводят в Харькове выборы, потому что, знаете, град прилетит. Прямо с России, знаете, через сотни километров. А багато захворело на коронавирус. Да, и таким образом, получается, уже и в Харькове выборы не проводят. Боже. И уже, а какие там еще мэры городов не нравятся? Давайте там ведем военно-цивильные администрации. Очень интересная история получается. Так а что делать тогда с Конституцией? Куда ее и кому засунуть?